Всем привет! Сегодня хочу похвастаться своей крошечкой орхидеей сиреневого цвета, мой аметист моей коллекции. Это ужасно медленный сорт. Она еле-еле растет. И называют ее Jemaha Blueberry. Я потом вставлю фотографию этикетки, как она называется. Вот у нее вот такие вот светлые-светлые зеленые листья. И это домашнее цветение. Первое. И там еще один цветонос лезет. Но лезет он уже, я говорю, 100 лет просто. Точно так же, как этот. Но так медленно. У меня еще такой медленной орхидеи никогда не было. Она очень маленькая, как посмотрите, крошечка просто. Вот. Но она такая необычная и очень симпатичная. Мне понравилось сочетание вот этого сиреневого цвета со светлой листвой блестящей. Я считаю, что это очень красивое сочетание. И я надеюсь, что она будет хорошо цвести, так как у нее потенциал есть. Она мне уже 2 цветоноса выдала. Я ее когда получила, она была вообще без цветов. Но за то время, что у меня другие уже цвели прекрасно по нескольку месяцев, это только вот пыталась раскочегариться. Вот, но очень медленно цветет, растет она почему-то. Я не знаю, что это за сорт такой. Это, наверное, конечно, особенность этого сорта. Вот этот цветонос, он подрастает, но все равно очень-очень медленный. Корни у нее очень хорошие. Она чувствует себя хорошо. Я ее поливаю довольно редко. Вот видите, уже пора поливать. И у нее вот так она хорошо растет, не сглазить, что корешок даже вот вылез оттуда. И все корешки у нее раскукленные. Вот она, видите, как растет, растет, растет и цветет очень приятно, но очень медленно. Я, конечно, советовала бы купить такую вам, потому что она очень маленькая, компактная. Я ее покупала не как мини, вот, но она такая вот маленькая, и все-таки я надеюсь, что она мне выдаст больше бутончиков на каждом цветоносе. Вот сейчас опять не хочется ее теребить, но придется показать, посмотреть. Там вот есть один бутон, а сколько еще будет, не видно, потому что она уж очень медленная. Еще раз 25 раз сказала, но вот, ну, хочу вам показать вот поближе, посмотрите. Она очень хорошенькая и необычная, но не пахнет. Я не люблю запахом орхидеи. Вот такая она у меня красоточка. Ну вот, все, что я хотела вам показать. Желаю вам пышного цветения вашим орхидеям, чтобы они росли без проблем. Всего хорошего, пока-пока.